spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня у нас в обзоре костюм Вектор от компании Novatex, выпускаемый под торговой маркой Pair. Он состоит из куртки, брюк и утепленного жилета, который надевается поверх куртки. Благодаря способности защищать от ветра и влаги, такой костюм можно использовать на рыбалке или охоте, при прогулках по лесу или просто во время активного отдыха. Вес составляет около 2 кг. Давайте поближе его рассмотрим. Основным материалом является современная дышащая ткань дуплекс. Она не пропускает внутрь влагу и отводит наружу испарение тела при высокой активности. Обладает водонепроницаемостью и паропроницаемостью, равными 5000. За сохранение тепла отвечает инновационный утеплитель Thermotex. Он является гипоаллергенным, не удерживает запахи и экологически безопасен. Для обеспечения дополнительной циркуляции воздуха внутри экипировки у куртки и штанов имеется сетчатый подклад. Жилет пригодится при похолодании до 0 градусов. Он застегивается на двухстороннюю молнию с крупными зубьями. На собачках замков мы видим веревочные ухватки с рифлеными вставками. На каждой есть объемный логотип Pair. Жилет оснащен множеством карманов. С внутренней стороны небольшое отделение с молнией под ключи, документы или мобильный телефон. Снаружи расположились небольшой карманчик с липучкой на левой стороне. Симметричные боковые карманы с мягким подкладом, в которых можно согреть озябшие руки. И дублированные нижние карманы. Одни накладные с клапаном на липучке, и другие под матерчатой планкой с обыкновенной молнией. В них можно разложить коробки с приманками, инструменты и прочую мелочевку. Капюшон куртки не отстегивающийся, без козырька. Для регулировки по объему есть эластичная утяжка с пластиковыми кнопочными фиксаторами в районе воротника. Застегивается на двустороннюю молнию. Рукава прямые. Целью свести к минимуму возможность попадания прохладного воздуха под одежду, манжеты собраны на резинку. Карманов 4 штуки. 2 грудных с клапанами на липучках и пара открытого типа. Добавочным элементом ветрозащиты является эластичная утяжка с пластиковыми кнопочными фиксаторами внизу. Штаны застегиваются на молнию с 2 ветрозащитными планками. Выше находится большая пуговица. Пояс снабжен эластичной резинкой и имеет шлевки для ремня. Есть 4 вместительных кармана. Так же, как и на куртке, 2 из них открытого типа и 2 на липучках. На коленях брючина имеет сложный крой. А в районе лодыжки предусмотрена утяжка с кнопочным фиксатором. Для хранения костюма Вектор в комплекте идет просторная сумка с сетчатой вставкой, молнией и 2 ручками для переноски.
Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.